Привет всем, вы на канале Дезинтарт, где сейчас будет представлен вашему вниманию обзор на 5 июля. Поехали. Как обычно по нашей программе, мы будем смотреть очень медленно, быстро, потом медленно, а потом с артами. Поехали. Итак, у нас сегодня... Да, это уже обновление, да? Бля, механическая акула. Офигеть. Ладно, как я говорил, мы сначала быстро покажем. Вот такой себе. Ху-ху-ху-ху-ху, классно. Выглядит мило. Оху-ху. О, я уже делал про него обзор, мне нравилось. Ну, про девушку именно, она очень клевая. Задира так себе, посох чердей прикольный, слезы ручьем офигенная, кобра так себе, электрошаффл. Ой, красиво и мило, четко. Идеальная защита, оставили нам Капитана Америку. Вообще, прошлый магазин оставили полностью, это вообще странно, ну ладно. Они убрали Мару. Воздушник. Этого, кстати, не было. Эй, этого же не было. Стопэ. Специальное предложение немножко обновили. Ну, а так в основном все оставили, как было. Ну, вот это добавили, это круто. Вот это классная вещь. Так, давайте смотреть более детали. Что я могу рассказать про механическую акулу? 1500 это очень дорого. Ведь это что, скейт дельтаплан. А, так ты на него дельтишь, как на скейте? Блять, понятно, почему он такой клевый. Морские хищники, да? Знаете, он круто выглядит, но 1500, блядь, это так дорого, капец. И на него надо собирать именно бело-оранжевый стиль. А я знаю только одного персонажа, и тот за него никто практически не играет. Не знаю, для любителя. На него сет не соберешь. Ну, если есть персонажи такие, то еще можно, но нет. Кирки страшные, пиздец какие страшные. Ну, обертка с градиентом прикольная, ну, я бы не хотел иметь коллекцию страшно тоже. А вот эта акула, смотрите, какая она милая, смотри, уху-ху-ху-ху-ху, привет. Ребят, смотрите, как выглядит классная акуля. Акуля классная. Вообще, это очень милый скин. Я не хотел этот скин, но просто я говорю, что он милый. Я смотрел арты про нее. Про нее, типа, создавали арты уже давно. И, типа, это милый скин. Смотрите, даже вот, типа, ой, классно сделали. Прикольно придумали. У нее, короче, предпосмотр стиля есть. А что за второй стиль? А что изменилось? Ребят, что изменилось? А, с хвостом или без? Я понял. Какая милая. Вот, короче, сегодня у нас такой милый скин. Парень. Вы же знаете мою политику про парней. Я не люблю их. Так, рассказываю. Вот этот скин считается одним из крутейших скинов в игре. Мне очень нравилось, когда с нами играл Алихан. У него был постоянно этот скин. И типа я не мог насмотреться на вот этот вот подобраз. Смотрите, какая у нее рожа, как она красиво выглядит. Она просто улыбается и прям. После обзора магазина ты дальше стримить будешь. Ребят, да, буду стримить дальше. Блин, короче, это очень красиво. Ну, про остальных мне ничего не хочется говорить. Электрошаффл самое четкое, я думаю, на конец. Ну, это так, более-менее. Так, давайте уже арты посмотрим. Baby Shark, ту-ту-ду-ру-ту. Так, идем дальше. О, вот это арт, вот это красиво. Смотрите, какой у них нежный задний фон. Просто нежно, красивый такой. Как розовый. Можно не любить парней? Ты видел, какие у них бывают формы? Тестостерон – величайшая привилегия мужчин. Да и тестостерон, ну... Слышь, люблю больше девочек, так что цит. Так, ну, что-то у меня больше нету, да? Это, кстати, самый миленький, такой интересный. Здесь очень классно блики поставили. Я вот блики еще учусь делать. Вот, типа, я сегодня рисовал.
У меня вышло так. Так себя рисую пока что. Но учусь. Прикольная корона. Четко выглядит. О, это очень классно. Не знал, что про нее есть такие милые арты. Тоже четко, четко. Класс. Так, ладно. Теперь с вами был Дайзент Арт.